どこで日焼けするの？あそこ？日焼け？お誕生日おめでとう。ありがとう。なんで？何年生まれですか？素敵な。ナイスガール。ロシア一番良かった何？ビールが美味しい。あとは？あと、ロシア。何だったの？失礼します。何ですの？Друзья, перед просмотром этого видео хочу вам напомнить, что если вы занимаетесь изучением иностранных языков, то отличный способ попрактиковать свои навыки с носителем языка – это сайт italki.com, на котором собрана огромная база данных преподавателей со всего мира. Также, перейдя по ссылке в описании и купив пробный урок, вы получите еще один урок совершенно бесплатно. Тамагава, я ее пересекаю, она разделяет префектуру Канагава и Токио, Сайтама в какой-то степени. 20 километров я сюда добирался, и мне еще 40 километров предстоит проехать до моего конечного пункта назначения, до Эносимы. Я не знаю, смогу ли я сегодня преодолеть это расстояние, потому что стоит очень сильная жара. Облегчает только все это хороший легкий ветерок, но на самом деле не знаю, выдержит ли мой крем от загара весь этот ультрафиолет или нет, мы узнаем, наверное, ближе к вечеру. Я нахожусь сейчас на горе. Мне оставалось 40 километров. Сейчас мне осталось 35. Как разительно отличается ландшафт центрального Токио от Канагавы. Наверное, это уже префектура Канагава. Я надеюсь, там больше не будет гор. Во всяком случае, таких, как это, маленькие холмики, я еще, конечно, перетерплю. Я представляю, что у меня творится сейчас лицом, оно наикраснейшее. С меня ручьями просто льет пот. Температура на улице где-то около 30, я стараюсь ехать в теньке. Намазался полностью кремом против загара. Велосипед у меня, конечно, не в очень хорошем состоянии для таких прогулок. Единственное, что я сделал, чтобы его подготовить, это накачал колеса. Did you make a video of you on the bicycle? How can I make a video of me on the bicycle? With one hand like this. Why don't you have a hat, man? What? You need a fucking hat. Hat? Yeah, maybe. Yeah, maybe right. Ну что, я сделал остановку у квартиры Алекса. К счастью, он живет на полпути от Эносимы. Что? Yeah, yeah, I gotta go to fucking taxi and wake up and shit. He called the next day. He called 3-4 hours after. The shoot is cancelled. You're gonna get paid 100%. Благодаря тому, что Алекс здесь неподалеку живет, ровно на полпути, практически между мной и Эносимой. Я у него перекантовался 2 часика. Освежел, но все равно этого недостаточно, чтобы я продолжил пока свой путь на велосипеде, потому что жара все еще слишком сильная, несмотря на то, что сейчас 2 часа уже, жара все равно не спадает, и я уже чувствую, я подустал, эта гора меня немножко вымотала, все-таки, наверное, годы уже не те, вот. И я решил в конечном итоге поехать уже до моря на поезде, отсюда где-то 50 минут на поезде ехать, нет, час даже.
Доеду на море, а там же решу, что дальше делать. А велик я пока у него скинул на парковке, потом за ним вернусь. Don't fucking steal my money, man. That's my savings. That's how I want vacation, man. Я продолжаю свой небольшой поход по местным достопримечательностям. Я не хочу подниматься высоко на гору, потому что, ну, в принципе, не знаю, может быть, в следующий раз как-нибудь. Сегодня я просто решил для галочки уже доехать до моря. У меня не было плана здесь заниматься туристической деятельностью, я просто хотел тупо доехать до моря на велосипеде. Но я это сделать не смог, поэтому решил хотя бы наполовину свою цель реализовать и доехать до моря. Сейчас я ищу какое-нибудь местечко, где можно просто присесть минут на 20, попить кофе и повтыкать на водичку. Если на сам остров зайти, здесь в основном только горы, точнее одна гора на этом острове, на котором маяк, и еще какие-то достопримечательности, храмы. В остальном же просто обычная такая, похожая на какую-то рыбацкую деревушку. Еще одно подтверждение того, что без иностранного вмешательства Япония так до сих пор и находилась бы на довольно низком пути развития. Здесь говорится о том, что иностранец по имени Морс, по фамилии Морс, основал здесь первую в Японии лабораторию по исследованию морских, я даже не знаю, что, Марин, это что такое Марин? Короче, по исследованию морских организмов. Страна, которая находится посреди океана, окружена полностью водой, но наука пришла именно от нас. Это приятно осознавать. Люди сидят на ступеньках, думают, там романтическое место. Смотрит на море, а мужик, дед точнее, только что поссал прямо над ними, буквально в 5 метрах. Там вот действительно такое место классное, что можно вот сесть, лесенка спускается прямо в море, и ты там садишься, и прямо перед тобой открывается классный вид. Я вам сейчас, наверное, покажу его, но наверх можно пройти, и вот дед как раз туда зашел и только что поссал. Вот, прям буквально у них над головой, в 3-4 метрах, наверное, они даже могли слышать звук. Правильно говорят, что счастье-то оно в неведении. Меньше знаешь, крепче спишь. Плоту интересно переправляет людей в сторону острова. Дедушка уже в течение 10 минут пытается вытянуть рыбку, но что-то у нее никак не получается. Как-то не идет рыбалка. Волна, наверное, слишком сильная. Зато само времяпрепровождение, наверное, по кайфу. Ты кайну, а не? これぐらいの。ああ、全部また出してる。うん。ああ、でもいっぴだけそれでかいのすごい入ってる。ああ、でかいね。それはでかい。セリアスのいる。刺身で美味しいです。刺身でもいいし、油で炒めて。 Соте не снимай. Я готовлюсь встречать закат на Эносиме. Хотя, конечно, мне уже пора ехать, потому что время-то уже близится к 6:30. Вот так рано начинается закат в Японии. К сожалению, дни в Японии очень короткие, даже летом. И когда японцы говоришь, что у нас-то в России в июле
можно до 11 часов гулять и до сих пор светло, а в Питере это еще лучше, то японцы, конечно, делают круглые глаза всегда и очень сильно этому удивляются. Здесь, конечно, ощущается, да, деревня. Сразу можно отличить, например, местных людей от туристов. Местные ребята выглядят как пацанчики. Вот знаете, натуральные такие японские пацанчики, в основном даже на мотоциклах, загорелые и похожи немножко на гопников. То есть как-то стоят вот так, как гопнички, походочка такая, манера разговора такая, типа, ну чё, давай. Многие бухают здесь. То есть вот вечер наступает, народ уже начинает постепенно побухивать. А это еще цветочки, потому что сегодня будний день, выходные здесь вообще. Такая движуха стоит, народу не протолкнуться. Я думаю, если вы находитесь там в Токио, то сюда стоит обязательно заглянуть, чтобы посмотреть. Потому что место, ну, не то чтобы оно было прям уникальным, но, допустим, от каких-нибудь окинавских пляжей, курортов, оно, конечно, отличается довольно сильно. Ну, а я сейчас поеду уже обратно за своим велосипедом, потому что пора уже домой. Оказалось, короче, что парковка, на которой я велик оставил, она принадлежит не этому меншину, а банку, который здесь находится. И банк, когда закрывается в 5 часов, они эту парковку тоже закрывают. Но смотрите, как они вежливо обошлись с моим великом. Они его просто поставили за пределы парковки и облокотили его сюда. Ну, конечно, я его пристегнул непосредственно вот к этой петле, чтобы его не могли унести. Вот. Например, если бы я его к этой петле не пристегнул, я не знаю, куда бы они его поставили. Но, тем не менее, с ним ничего не сделали.